Следующим этапом будет Фейс Ассасин. Заберем маску мумии и шлем Тора. Для выполнения первого задания в этом плейсе нам понадобится перебить всех. Всех монстров и всю нечисть. Чтобы не запутаться, кого мы уже убили, в этом нам поможет вот эта кнопочка, где написано «Ивент», жмем на нее, и у нас открывается список двух заданий, которые нам нужно выполнить. Ну вот, по нему и работаем. Для выполнения второго задания на этом плейсе нам необходимо попасть на карту «Охотничий домик». В этом доме спрятаны три магических предмета, которых нам нужно собрать. Это рука зомби, глаза и мозги. Когда все предметы собраны, задание выполнено. Нас поощряют бэджиком и дарят зомби-нож. Еще два предмета с ивента попали в нашу копилку.